максимально в точку, в которой вы испытываете состояние страдания или испытываете состояние боли. Многократно это необходимо делать с вдохом в том месте, где вы находите состояние радости. Его вы в калачакра-тантре можете находить в своих воспоминаниях, то есть из прошлого доставать, или в настоящем моменте, или вспоминать, как вам было хорошо. Это состояние может быть вызвано физическими компонентами, или духовными, или душевными, то есть там полюбили, любите и это переносите, или вспомнили что-то приятное, а сублимировали, обвели, переносите в то место, в котором вы испытываете боль. Таким образом, найдя это в своей памяти и перенеся в настоящем моменте с выдохом, заполняя то место, где вы испытываете состояние боли или общее состояние страдания, вы фактически аннулируете воздействие данного заболевания, и это вылечивает наше тело согласно вот такой медицине. Какие минусы этого всего? Первое. Человеку чрезвычайно сложно контролировать свои воспоминания. Человеку контролировать свое тело сложно. Человеку переносить что-то, вспоминать, объединять, обводить, подносить туда. И там появятся такие чувства. Вы будете подносить элемент вашего воспоминания или даже чувства радости в то место, которое у вас болит, и оно не будет заполняться. И вам в этом месте нужно будет внутренне иметь силу такую духовную или душевную, которая будет расслаблять это место. И это все создает вот такие процессы, когда само выполнение данной задачи или данной практики чрезвычайно сложно, так как это связано с внутренней концентрацией, с умением управлять своим сознанием, своим физическим телом, своими чувствами. И так далее, с внешними факторами, потому что это необходимо делать в чистоте, в хорошем расположении духа, это необходимо делать, когда ты добрый, это необходимо делать и необходимо делать долго, что требует еще и концентрацию. И когда человек говорит, я хочу себя полечить, но это сложно делать, это сложно. Лечить себя — это сложная задача. Лечить других легче даже, чем самого себя.